лента, да, транспортерная лента, вот это производство России уже. Вот это красивая зеленая. Моторы, редуктора, уже есть поставщик, отечественный поставщик, на замену вот этих немецких запасных частей. Хабаровский завод строительной керамики выпускает 30 миллионов кирпичей в год. Производственные линии родом из Китая, Германии и Украины. В случае поломки оборудования простое не будет, уверяют руководители. Ведь на предприятии создали солидный запас запчастей. На сегодняшний день порядка 30% запасных частей и механизмов мы приобрели, они находятся у нас на складе. Плюс сейчас мы усиленно работаем над поиском поставщиков и уже частично нашли поставщиков отечественного оборудования для замены импортного. Оборудование осматривают каждый час. Раз в неделю проводят плановый ремонт. Заменять будут только то, что невозможно восстановить. При таком подходе запаса запчастей хватит не на один год. В любом случае здравый смысл так или иначе возобладает. Мы русские, мы в состоянии сделать все сами. Это первый момент. И мы сейчас над этим плотно работаем. Есть целый ряд поставщиков, которых мы нашли, которые готовы с успехом заменить и немцев, и китайцев, ну и наших братьев-украинцев. Глина и песок, которые необходимы для производства, местные, добываются в Хабаровском крае. Продукция завода востребована в нашем регионе, Приморье и ЕАО. Кирпич продают по оптовой цене 19 рублей за штуку. На предприятии не планируют повышать стоимость изделий. На сегодняшний день у нас, опять же, работа проведена в том, чтобы те материалы, которые мы используем, это все отечественные материалы. Ну и ценообразование у нас будет зависеть только от энергоносителей. То есть основной у нас затратная часть – это газ. Вот. А так как у нас газ поставляется иностранной компанией «ExxonMobil», поэтому он только зависит от курса доллара. Хабаровские застройщики встают в очередь, чтобы приобрести местный кирпич. Для обеспечения потребностей всех компаний на заводе планируется строительство второй очереди. Она позволит вдвое увеличить производство рядового кирпича до 60 миллионов штук в год. Наталья Чернышова и Павел Баландинский. Смотри, Хабаровск.